Я не знаю, слышал ли ты и слышали наши уважаемые зрители, но с флагманом морского флота крейсером «Москва»… Ну вот все пишут про этот «Москва», скажи ты. Какая-то неожиданность, Так, неприятность. что за неожиданность, что там случилось, что это такое? Сильно горит. Сейчас прямо горит? Прямо сейчас. А штормовое море, неизвестно, удастся ли им оказать помощь соответствующую. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурило не в том месте. Так. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. Ну, Им как-то не везет. а он где сейчас находится? Он в бассейне чего? Как Белгороду не везло, так в Москве не повезло. В бассейне Черного моря. Хочу сказать, что это тот корабль, которого посылали нахер. Там, нахуй, прямо скажем. Это именно этот корабль? Да, это именно он стрелял по защитникам, там флагман флота. Таким образом, сработала старая военная пословица. Не знаю, знаешь ли ты, как она звучит, а звучит она так. Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана. И на углу обязательно встречаются люди. Так вот, гештальт закрылся таким образом. Логично. Это советская поговорка, по-моему.